Привет всем! Вы на канале Beer и Game, а мы продолжаем проходить игру Шерлок Холмс Тайна мумии. Мне Тайна мумии как-то легче говорить, чем 5 египетских статуэток. Как-то Тайна мумии как-то запоминается быстрее. Мы походили, побродили и поняли, что нам делать. Мы да, сейчас покажем. Это очень хорошо, потому что мы уже не знали просто, что тут делать. Мы все изучили, смотрите, все дело в этой картине. Вот. Картина у нас. Вот эти дырки, какую. И вот. Вот сюда вот, наводим. Вот. Спок, ключик. Видите, и у нас появляется такой ключик. Опа! Чудо! Не знаю, что там случилось, но мы ее открыли. Берем, да. Что там? Так, у нас здесь что? Журнал какой-то описи коллекции, да, у нас здесь написан предмет, место и там, где он был найден, место, да, где найден и найден в каком году был, в общем, да, 48-я страница у нас. Последний был 1891. Да. Вот, в общем, тут всякие реликвии, всякие там. Here is the whole collection of Lord Mudcath. I see valuable objects which I have not seen on the ground floor. Да, здесь есть ценные коллекции. Слушай, там какая-то красная палка осталась, можно ее взять? Так. Опанзы! Что за красная палка? Трость в ушах ковыряет. Трость, часть перевязки и вилка. Вилка у нас. Вилка опять не хочет уходить от нас. Как она у нас осталась? Долбаная двух. Чем-то открыть нужно, да? Вот у нас тут. Ну, это мы пока не знаем, как открывать. Пойдемте дальше погуляем здесь. Трость. Для чего нам может понадобиться трость? Может быть, что-то открыть ей можно будет. Так, там у нас ванна, там у нас спальня. Что можно будет открыть тростью? Что открыть? Туалета пойдем. Люстра. На лопасти вентилятора что-то есть. Опанзел! Нет, мне нужно что-то длинное. Трость возьми, трость. Возьми трость, да, в чем проблема. Бей муху, бей дольф. Давай. Now I need something long. А это длинное не подойдет, да? Это не такое длинное, да, получается? А вилка ну еще... А, вилка, давай вилка. Не, вилка она короче. Вилка она еще короче, да. Да что ты будешь? Давай попробуем на всякий случай, потому что... Что-то он там хочет достать. Now I need something long. Now I need something long. Ладно, прогуляемся. Где тут еще что может быть? Щелкаем на все подряд, на все. Опа, мы вверх. О, копье можно взять. Ну-ка, берется. A hunting trophy. Давай нам эту. Копье давай, упырь. Опанзи. С помощью этого. Так, и мы получили. Что мы получили? Мы получили. Деньги. Этот пакет для Элизабет Монкалф. Отец ее очень любил. И Шерлок Холмс все уже развернул, подарочек ее, да? Да, дольфку. Лента. А кусочки дерева. Дерево? Кусочки а зачем дерева, дерево? Кусочки дерева, кусочки будем дерева. Будем огонь разжигать. Какие-то кусочки дерева у нас появились. Это хорошо, это радует. Появились кусочки дерева, okay, и мы сможем... Ок, не будем применять. Может, мы здесь еще? Ружбас взять. Давай ружбайкой бить по вентиляторам. Да по не лопасти. Берется, мы же пробовали уже взять. Вот отдульф. И опять здесь оказались. Да етить мутить. То есть надо заходить и сразу разворачиваться, потому что иначе никак. Это столик у нас тут стоит. Ну а что тут у нас?
О чем там? Мы деревяшки взяли, слушай, деревяшки. Может это есть? Давай сюда их чпок. О, ремонт. Хватает нескольких частей. А, это чтобы вот эта тумба открылась, да, получается? Давай. Давай расположим, только как вот это, наверное, сюда. Квадрасу. Дольф, ложи, ну повернись чуть-чуть. Нет, не хочет. А поближе, класть. Поближе. Подойти можно? Что ты не так, хочешь? Так, хорошо, класть? Это он не хочет класть, пусть вот эту положит. Дольф, ты оборзел, что ли? Может, как-то по частям надо? Сначала первую какую-то. Оп, бу. Да, их надо в определенной последовательности. Дольф опять? Ну ты какой Дольф? Гитлер. Ну давай башку положим. Блин. Два. И последнее. Внимание. Готово. Опа. Так, и мы забрали, что мы забрали? Эй, что за итить мутить? Глаз, какая-то женщина, кошка и мужчина. Если это шифр, то мне немедленно стоит заняться изучением древнеегипетского языка. Мой дорогой старый друг, пишу тебе, чтобы подтвердить перевод, сделанный в Каире, насчет свитка, найденного рядом с саркофагом Мемфиса 6, да? Правильно? Это проклятие, которое обрушится на каждого, кто потревожит могилу. Ничего нового, оно лежало там для отпугивания воров. Конечно, в древние времена в это верили, но это никоим образом не относится к проблемам, которые были у вас в последней экспедиции. Вы не прокляты, Бигудин. Бигудин. Доктор А. Бигудин. Вот от кого Бигуди начали делать. Открой мне дверь, ты знаешь, как мне важно видеть церемониальные принадлежности. Я люблю тебя слишком сильно, чтобы сказать тебе этот секрет. Боже, надеюсь, ты простишь меня когда-то. Я не могу подвергнуть ее опасности. Это какой-то дневник, что ли, да, вот этого лорда? Кто-то там какой-то опасности. Так, подожди секунду. Ренточка. У нас же есть, да? Какой-то шифр, правильно я так поняла? Заметки. Если это шифр, мне стоит заняться изучением древнеегипетского языка. Так, это наши, это наши заметки, которые мы все прочитали. Так, ладно тогда. Как залезть в его журнал? Журнал? Да, с записками. А мы что там были? А как в него? Так, я не поняла просто. Вот журнал. Письма, да? А, вот письма. Вот он. Так, глаз. Это я видела на стене. Такие были. Эти. Были такие, помню. Вот, по-моему, она, да? Ага. Глаз. Бери зенку, бери одну зенку. Глаз. А где зенка? Летить, мутить. А, сначала глаз, да? Потом другой нажимаешь, потом второй, третий, понял? Да, получается. Что там у нас на первом месте? Глаз, женщина, кошка, мужчина. Вот почему это все работало. Глаз. Глаз. Женщина. Нажала, женщина. Кошка и жбан. Мужчина. Глаз, женщина, кошка. Может, мужчина. Что-нибудь еще нажать? О, банзы, банзака, банзы. Бери. Ох, сейчас мы этой тростью на вентиляторе долбанем. Да, вот сейчас мы как раз-таки бей, и Адольф, Адольф. Ну, давай клюшкой собьем. Опа, оп, муху сбили. Чего? Ух ты, что-то так отлетело далеко. Так, и что у нас такое произошло там? Что-то туда упало. Что-то разбилось, да. А, разбилось, смотри, действительно. И что-то вниз упало, посмотри, местность. Вон. Так, и что мы подняли? Печать. Золотой скарабей. Скарабей. Ну вот, новая загадка, да?
А, музик, хороший музик. Джаз. Оп, ну-ка, давай, поддерживай танцанину. О, шашки поиграка. Так, я вот думаю, вот тут была какая-то загадка, да? Может быть, сюда как раз и подойдет этот корабль? Золотой. Давай, да. Ох ты, отлично, откручивай, откручивай, Адольф. Что там такое? О, панзы. Такс. Рассвет богов. Ассоциация... Содействие археологическим исследованиям. Милорд, следуя вашей последней телеграмме из Каира, мы посылаем вам второе письмо в подтверждение того, что мы оплатим ваши расходы на экспедицию. Просим не забывать, что мы крайне бы не хотели разглашения деталей нашей переписки, поэтому после прочтения уничтожьте это письмо. После вашего возвращения вы сможете частично обставить ваше поместье, создав частную коллекцию. Надеюсь, что ваше следующее путешествие поможет увеличить ее с наилучшими пожеланиями. Кто-то что-то замутил, да? Ходульфы мутилки. Рассвет богов. Сэр, мы знаем, что ваша последняя экспедиция была успешней, чем об этом было объявлено официально. Ваша ассоциация осведомлена о том, что вы утаили несколько предметов, которые должны были передать нашим представителям. Мы не собираемся разглашать этот случай и покрывать позором ваше имя, но мы готовы использовать любые доступные нам средства для того, чтобы вернуть себе то, что нам принадлежит. Анубис на нашей стороне. Анубис. Губубис, чубубис, чибис, рибис. I do not like weapons, which I don't know. I will not take it with me. Чего? Ну мы возьмем. I do not like weapons, which I don't know. I will not take it with me. Он не умеет обращаться с оружием. Он только с трубкой обращается. Да. Ну покури, покури. Так, ладно, что мы тогда взяли-то? Вилку. А, ну у нас только вот это. Элизабет, ленточка, лента. Лента. Что ж тут написано? Так, ну, в общем, понятно. Он поехал в какую-то экспедицию. Его попросили не разглашать. Какая-то компания, да, его? Я так предполагаю, какая-то тайная компания его, наверное, пригласила. Что-то там обследовать, исследовать, там, в Каире где-то. Это все они хотели секретно делать, чтобы никто об этом не узнал, что он там что-то расследовал. И хотели забрать себе... Мошенник. А он, видимо, что-то себе там стырил, какую-то штуковину. Опять мы вышли куда-то. Анубис, это, кстати, по-моему, это судья Анубис. Да? Это, да, поэтому они написали в конце Анубис на нашей стороне. Мы, мы своровали, украли Анубис на нашей стороне. Я не хочу брать пистолет, я не умею с ним прощаться. Ну, куда мы следовать дальше? Мы сейчас пойдем разгадаем все. А? Так, ну что ты нам предложишь? Пойдем к статуе. К статуе, так у которой нету. Я даже нету... не знаю, куда можно мозгов. Ленту использовать. Может быть, в ванной? Ленту? А что ее здесь использовать? О, корыто. Опа, опа, урна золотая или латунная, унитазик. А что, можно ленту на унитазе использовать, бумаги нет? О, ручка. Короче, да, мы ищем здесь, щелкаем, к чему бы у нас ключик подобрался. Трубка, то есть ванна не хочет курить трубку, видите? Sand? No doubt, it is the same sand I saw on the broken stand in the living room. Does Morpheus take baths? Немножко юмора добавили в игру, чтобы так совсем не грузились. Ну что у нас, где ключик у нас здесь? Будет ремонтировать что-нибудь? У нас осталась палочка, скипетр, да? Да. Часть перевязки, вилка и лента. И тянучка лента, да. Казалось бы, такие бесполезные предметы, да, но... Пойдем в кабинет сходим, может быть, там что-нибудь подыщем, пупка, развяжем пупок.
Опа, ключ, ищи руку, ключ, мы ищем. А я думала, хватит. Опа. Тебе надо делать больше. Так, ну ищем, подыскиваем, чтобы нам чем бы заняться. Вот это. О, о, ключ, смотри, берем. Давай сложим мозаику. Слушай, в какой-то игре неужели, мы складывали, неужели помнишь? Это... Помнишь? Что? А, в Неверхуде мы складывали какую-то фигню. Да. Башка сломала. Ты с этим уже намучился, тебе не учится мне, да? Теперь это ты. Я не хочу смутиться. Так, вот. Допустим... Башка есть. О, нет, башка нет. Рожица сюда. Опа. Опа. Да ё-моё, как я не люблю все такие загадки, вообще они сложные. Надо разгадать загадочку. По кругу мы ходим. Значит, надо что-то оттуда брать. Короче, нам надо башка собрать. Этот, что это, фараон, что ли, какой-то сидит. И тогда нам что-то будет открыто. Так, эти лица, я так понимаю, лицо здесь должно быть, да? Рука вот эта внизу, наверное, должна быть. А может быть, сверху лицо должно быть? В самом верху. Смотри, еще туловище будет. Вот я даже не знаю, может быть, и еще выше. А, тут два лица? А, это одно лицо. Одно лицо, тут просто небо какое-то, видишь? Я Значит, думаю, его сверху надо, да. Небо где-то сверху должно быть. Ты только эту сторону. Так, вот, я лицо собрала. Что-то фиговое лицо какое-то. Ну, вот такое лицо, бывают такие лица. Что тут поделать? Такое лицо. Так, это вот пирамидки сюда идут, они вот так, видимо, идут, как моя прическа египетская. Такими. Крутим, вертим, башка на место. Да, тут голомба, голомбомба, головоломба. Бумба, бумба, гумба, зюмба. Опа. Так, плечико перетащили? Да? Да. Где там его лицо? Башка. Опа, башка. Так, лицо и плечо у нас уже есть. Да? Это хорошо, да. Теперь у нас должно быть еще одно лицо. Опа, вниз два двигай. А, не так. А может так. Опа. Так, вот эта часть, но она куда-то не сюда, что ли, пошла. Подожди, а может действительно она выше? Может быть, мы его. Так, поменяйтесь местами. Башка, поменяйся местами. Подписаться на канал. Давай к нам подписывайся, башка. Да, как будто она вот здесь где-то, как бы, да, стоит? Да, да, так оно и есть, видишь. Ту вниз двигаешь. Нет, не так. Да, вот где-то... Вот. Картинки просто. Нам показали картинку, как должно быть. А не надо нам... Нам надо догадаться. Оп, башка. Эту вниз попробуй. Ту тоже вниз. Нет, не тут. Ту туда. Ну ладно, хочешь. Так, вот здесь мы на этой сфинкса, или что это, не финкса. Закончим наша первая шерлокомская серия. Подписка на канал, чтобы группа контакта, комментировать, ставить лайк, подписка. Пока!